российской гимнастки. Но между тем действительно бал достойный. Алия Юсупова. Напомню, что по результатам двух видов Алии 12 место. А за композицию с обручем она получила 16-925. И это был четвертый результат. Очень гибкая гимнастка, ну, наверное, так всем видно. Но одна из тех, чьи данные позволяют выполнять уникальные элементы, которые не все могут повторить, далеко не все. Сейчас нечисто приняла предмет, у нее ловля была совершенно другая. Да, соскользнула обручное тело. Было чисто, так надежно. Вот такая крупная потеря. Нервы. И причем на своей оригинальной ловле. Она отбивала в аттитюде и ловила очень интересно. И такое делает только Алия. И вот на своей ловле она уронила. Самое обидное, что может быть. Да, вот я все время задаю себе вопрос, вот почему же нет стабильности, которой добиваются другие гимнастки в выступлениях Алии. У нее бывают, да, ну здесь даже нельзя сказать, что какая-то была конкретная ошибка, да, просто не повезло. Вроде все делала правильно, ну, да. Просто не туда улетел обруч. Она выступает либо шикарно, либо как-то очень неровно. И вот на чемпионатах мира у нее все-таки как-то не складывается немножко. Вот на этапах Кубка мира, на Гран-при у нее гораздо более уверенное выступление. Видимо, действительно ответственность как-то мешает ей сосредоточиться и продемонстрировать все, что она умеет. А умение, конечно, ну да, ответственность иногда очень... Да, ну и по оценке тоже видно, что, ну, конечно. Если бы вот не уронила...